мой друг. Прикольный кот. Сам такой. Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. После очень длительного перерыва продолжаем листать журналы радио. Как говорил один герой, кто возьмет журнал в пачку, тот получит и докачку. Значит, 68-й год, почти все. 66-й год, почти все. И 65-й год. В плейлисте по журналу радио там много чего. С 56-го года какие-то мы с вами листали. Так сказать, никакой практической ценности они уже не имеют. Ну, хотя моды на радиолампы возвращаются. То есть не возвращаются, а не утихают, скажем так. И все-таки приятно вернуться в прошлое на 50 с лишним лет тому назад. Значит, 68-й год. По-моему, 69-й, 70-й мы смотрели с вами. Так, январь, февраль. Меня их попросили, так что нам с вами надо их пролистать. Март, 3. Апрель, 4. Владимир Ильич Ленин. К столетию со дня рождения В.И. Ленина. 4. 5 май. 6. Седьмой, восьмой, девятый. О, смотрите, какие батареечки. Красота. Китайцы до сих пор пускают, но качество ужасное. Так, КБЛ L050. Она, по-моему, не 4,5 вольта, а чуть поменьше, 3,7. Но могу что-то путать. Так, 9 сентябрь. Маленько отвлекся. Тогда 9 сентябрь, 10 октябрь. К сожалению, нет 12-го. 11 номеров. Так, 11 делим по 2, 5. 1/3. Ну, значит, в общем, 5 и, или 6 видео по этому журналу. Давайте слегка посмотрим. Так. Одну секундочку. Надо мелкоскоп взять. Ничего не вижу. Повторюсь. Мой канал работает в демо-режиме. Что-то я совсем не могу ваши видео смотреть. Только отвечать под комментариями над своими. Так. Венера 4 на Венере. Общая дистанция Венера 4. Космическая техника. Старт 12 июня 1967. Прилет 18 октября 1967. Так, одну секундочку. Что у нас тут? Ага. О. Это вымпел с гербом СССР и флаг нашей Родины, доставлен на Венеру. Вот эта штука, флаг, и герб и звезда были доставлены. Схема полета станции и взаимоположение Земли и Венеры. Вот как-нибудь. Так вот. Вот мне тут не оборудуется все. Так, защита Отечества, священный долг советских граждан. На учениях Днепр. 6. Ну, смотрите, какие это ракетные установки. Так, Венера 4 на Венере. Академик Папа Алексий.
Так, многоборье. Так, передатчик начинающего ультракоротковолновика. О, на лампах. Так, вот эта штука выглядела вот так. Масштабно. Так, блоки цветного телевизора. Система Секам. Хочу обратить внимание, что это 68-й год. Так, пересмотреть систему соревнований. Так, радиовещательные приемники. А где у нас приемники-то? Так, транзисторное устройство практика любителей ГДР. Вот, вот такие штуки. Назовем их так. Охота на лис и что-то подобное. Мы с вами, кстати, немецкий журнал «Радиомастер» смотрели. По-моему, в каком плейлисте, не помню. Где-то там есть в радио, по-моему. Ламповый полуводниковый телевизор. Вот, смотрите сюда. Саратовцу Константину Васильевичу 22 года, это 1968 год. 14 лет назад он собрал свой первый двухламповый приемник. Ламповый полупроводниковый телевизор. О, какие были люди, сами телевизоры создавали. Кинескоп 4LK59, да. Диагонали тут у нас. Человек это создал сам. Вот такой один вопрос, где он брал ради детали. Даже такие. Да, намоточные данные тут в ужас. Ну что, будем катушки считать? Ох-охо, ну для прикола. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. В общем, больше 30 намоточных изделий, катушек, не считая трансформатора. Раз. Трансформатор два. Это, прикиньте, какие должны быть запасы медной проволоки. Печатный монтаж радиолюбительских конструкциях. Это вам не лут. Схема, система. Надо было сейчас расположить детали. Потом соединить. Потом нарисовать вот так. Причем это рейсфедер. Ну, как мы с вами как-то рисовали. Я вспомнил. Тряхнул стариной, так сказать. Так, стабилизатор повышенной скорости.
Так, радиоприемник автолюбителя. Цветомузыкальная установка. Ну вот давайте по этой штуке покадываем мне схемку. Так, поставим на паузу. Кому что интересно, все журналы есть в электронном виде, можно посмотреть. Повторюсь. Более спокойной постановки и последовательно. Так, 29 вот лампочки, красные, желтые, голубые. Ну да, с транзистором будет проблема. P16, P202, P4D. Да, к сожалению, элементная база совершенно устарела. От слова совсем. Ну, мы как-то с вами на радиолампах листали. Я уж не помню, в каком номере. Ну, было. Давайте уж немножко описание уж начали смотреть. Вот, трансформатор опять сами руками строить, мотать. Окончание страницы 53. Это ее внешний вид. Телевизор, грубо говоря. Ну, для 68 года, да даже да, и в нынешнее время, если все это по частотам разделяется, это потрясная штука. Другой вопрос, фонограмм уже насыщенных частотами нет. МП3 не в счет. Если взять, грубо говоря, фонограмму от грампластинки и современный МП3, одну и та же мелодию будет играть эта штука, так, 53, по-разному. В зависимости от формата. Так, вот, окончание. Так, переносной радиоприемник Меридиан. Так, любители магнитной записи. Ну, тут катушки. Лампа-вспышка. В свое время было фотолюбительство широко распространено. Вот вспышка. Цветные индикаторы напряжения. Самому интересно. Так, маломощный сигнал лампы тлеющего разряда, баллон которого покрыт лунным формом. Ну, я думаю, по нынешним временам коллекционная вещь. Вот их, так сказать, обозначение. Кому интересно. Оранжевый, зеленый, желтый, голубой. Он даже голубые были. Ты это леющие, люминесцентные. Три характеристики. Кодовый замок. Я думаю, нас не интересует на разъемах реле.
Так, электронный тахометр для автомобиля, я думаю, в таком состоянии тоже. Уже ни таких автомобилей не стало. Что тут еще у нас? Ну, тут уже все по мелочи. Чайн-лот криптограмма. Вот как люди увлекались, отгадывали. Часы досуга. И вот задания выдавались. А также задачи. Их надо было решить. Где тут ошибки? Еще что с этим делать? Весьма познавательно. Так, радиовещательные приемки на 22-й юбилейной радиовыставке. Он со спичный коробок, кстати, обратите внимание. Это вот все самоделки. Только, может, как уса взяты. Девятипазонный радиоприемник. О, вот самоделки рулили, а. Класс. Так, а что тут у нас? Тираж 1 миллион экземпляров. Кто не верит. Что-то мы какой-то журнал смотрели, там за 2 миллиона. Зашкаливал. Модельный конструктор, что ли? Я вот не помню. Блин. Во. Цена 30 копеек. Новогодние улыбки. Тут человечки из ненужных или негодных радиодеталей. Как посмотрит, сердце кровью обливается. Классные. Я имею в виду дефицитные вещи в то время были радиодетали. Даже эти сопротивления. Так, ну ладно, давайте номер 2 посмотрим. Советским вооруженным силам 50 лет. Давайте с образцами. Силы могучие, неодолимые. 7 ноября 1967 года. Вот, кстати, ядерные ракеты возили тогда так. Не знаю, вам видно сейчас как-нибудь. О! Сказать, контейнер. Ну, или макет можно назвать так. Это скажи, они настоящие. Так, это у нас БРДМ-1. Угу. С противотанковыми ракетами. Вот она. Родимая. Кузькина мать. Шилка. Ну, вот они тут на Красной площади. Десять лет на страже Родины. Так, этапы большого пути. О, детали почты. Ну-ка. Посылток, смотрите-ка. Уже тогда существовало, в 68 году. Ну-ка.
улица авиамоторная, нет? Ну, давайте я, так сказать, статейку. Это так, с познавательного чтения оставлю. Так, блоки цветного телевизора. Так, лампового полупроникового телевизора. Продолжение. Переносная радиола Мария. Масштабно. Волновая антенна. Так, это телевизор у нас полупроникковый. Оружие радиста. Вижу дождь 3/4. Радиостанция Р-104. Будущему воину. Масштабная конструкция. Радиостанция. Даже ведь почему говорит Додж. Не узнал богатый буту. ГАЗ-69. А. После запаска. Причем тут это? Их давно отдали обратно владельцам Доджа. Так. Практикум начинающий. Электрическая цепь постоянно тока и закон Ома. Уж, наверное, не будем с вами это изучать. Электронное оборудование мотоциклов, мотороллеров с генератором переменного тока. Мне уже не осталось, не. Мотоциклов и мотороллеров. Восходы доживают свои последние годы. С переменным генератором, так. Звуковая установка, колонка. Комбинированный генератор ЧНЧ. Вот это, так это выглядело. Транзисторы. Так, уфиметр на транзистор. Подожди, это что такое? Ультрафиолетовое облучение. Тут мой ультрафиолет можно было мерить так. А вот его схема. Можно поподробнее, кстати. Так, тень какая-то. Во. Измерение облученности от искусственных источников ультрафиолетового излучения служит прибор, называется уфиметр. Уфиметром. 4 фототранзистора. Фоторезистора. Типа ФСД-1, где таких найти. Такая штука.
Плоскостный транзистор, разработанный до 1964 года. Вот они, справочник. Можно чуть поподробнее, кстати. Ну, очень старые. Ну, что-то мелькает. Знакомые МП-39, но они не МП, а просто 39. А, он ЧЕ. А, тем более до того года. Так. Ламповый милливольтметр. Вот так эта штука выглядела. Так, почему у нас так темно, никак не пойму. Так, часы досуга, опять сканлорды. Транзисторная радиола. Мария. Ух ты. Как сделал, смотрите, приемничек. А пластинка вон как. Шикарно. Точнее, переносная. Офигеть. Вот если бы я не обратил внимания, смотрите, какая штука. Потрясно. 68-й год. Уж не знаю, сколько их сделали. И остался живой экземпляр. Даже не живые, а хотя бы приличный внешний вид. Офигеть. Ну, измерительные приборы. Так, ну вот и вам посмотрели два номера. Следующий будет номер 3. И 4. Уж извините, что так долго, нудно, в принципе, бестолково, но все-таки интересно. Особенно мне этот транзисторный поразил. В данном исполнении. Ну, до новых встреч. Продолжение следует.